Приветствую всех любителей вышивки ниточками и бисером. И это видео по запросу, обзор набора «Алые паруса» от фирмы «Золотое руно». Итак, как я уже говорила, работа выполняется вся полукрестом. На титульном листе, значит, получается, видно, как будет выглядеть эта работа. Все стежки полукрестом выполняются. Размер работы будет 38 на 26 сантиметров. Почти 39 и на 27, 28 цветов. Значит, вот такие ниточки входят в состав набора. Все они на фирменном органайсере «Золотое руно». Вот такие нитки замечательные. Очень красивая гамма цветовая. Вот этот цвет тоже мне очень нравится, 20-й. Так красиво, конечно, камера не передает вот это, но он такой темно-бирюзовый, что ли. Ну, цвет морской волны. Выглядеть должно бесподобно. Вот такие ниточки. Значит, что заявляет производитель? Что состав набора входит нитки производства Мадейра, Германия. Значит, канва номер 16 производства Цвайгард. И, кстати, вот я не здесь не вижу той самой. Вот, пожалуйста, это канва. Вот она, это канва. Ну, и здесь тоже нет этой полоски. Ну, возможно, здесь потому что отрезок такой идет, что края нет. Возможно, поэтому. И хочу показать вот один фрагмент схемы. То есть есть на как говорится, на вопрос насущный, есть ли в схеме одиночные крестики. Вот, пожалуйста, посмотрите, здесь на этом участке, кстати, и море, и небо, и кусочек паруса. Ну, я вот одиночных крестиков не вижу, хорошо просмотрела. И хоть я не люблю черно-белые схемы, но здесь они так четко, так различаются. Такие четкие значки, что здесь вот, в принципе, не потеряешься. И вышивать, я думаю, должно быть очень удобно. Пожалуйста. На этом все. Надеюсь, вам понравился этот обзор. И вы с удовольствием будете вышивать его, купить этот набор и будете его вышивать вместе со мной. А у меня все. Пока-пока.